Привет, привет! Сегодня вырвались с Батя на это место. Конечно, тут же все растало. Сегодня сильный ветер, не знаю, что там слышно в камеру. Приобрел я новое светополотно. Вернее, это уже четко ОСКО. Блин, карманов, как вы видите, дохренище. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь карманов. Везде есть пузо, обтянуто отлично. Вопросов нет. Цена, конечно, кусается. Ну да ладно. Вот. Ну и тут ниточки привязаны. Ну, я бы сказал бы так, я бы сам шнурки попривязывал, блин. Поэтому я, наверное, скорее всего, что сюда еще шнурки перевяжу. Расставил вот так вот. Висит она классно, стоит она офигенно натянута. Светополотно 12 метров, ячейка 18-я. Офигенная, в траве не путается. Блин, просто бомба. Респект, уважуху. Ну, конечно, цена, ребята, цена кусается. Сегодня взял я птичку с собой. Чижика своего. Взял репелка своего в новой клеточке. Как обычно, чечика, зеленушка, щегол и вьюрок с прошлого раза. Поставлю камеру там. Солнце, правда, боковое, блин. Ну, ладно, будем пробовать, короче, не знаю. Первым делом мы решили благоустроить себе место для засидки, дабы наблюдать уже по привычке, когда мы сидим, наблюдаем за тайником. Возможно, поставим там тайник, следующий выход. Положили веточку, чтобы птица спускалась. Конечно, светополотно я поставил близко к дереву, надо было чуть подальше. Немножко не рассчитал. Но цель была другая, проверить, как он работает. Не летит птица. Нет, это мы вышли поздно, 12 часов. Мы вышли в 11. Ну ладно, ждем. И пока суть до дела, как обычно, у нас, можно сказать, обед. Что, потухло? Да. Вон царгаза. О. Да. Сосиски жарим. Вбиваем яичничку. Эпс. Раз. Да. На хлеб. Да что я говорил, что постоянно здесь кто-то ходит, блин. Постоянно кто-то лазит, блин. Место хорошее. Ловить птицу можно. О, вьюрок прилетел. Он у меня наверху. Прилетела наверху какая-то птица. Птица как прилетела, посидела, в принципе, и быстро, и улетела. Следующие прилетели репелки. Это не я оставил специально кусочек видео со звуком, где не перекликались. Было большое количество птиц. Некоторые пытались спускаться. В нашем месте, где мы обычно ловим, так в тайник, с такой высокой пересадки птица не спускалась никогда. Никогда не видел. А тут прям резко сверху вниз. Да, надо было, конечно, поставить немножко по-другому оску. Поставить какой-то кустарник, чтобы не сверху слетались на этот кустарник, как раз попадались. Ну, в принципе, вышли проверить просто. Погодка была хорошая, да и отдохнуть заодно. Подышать свежим воздухом. Но ветер был очень сильный. Тут в этот момент ветер прям аж, сетка легла аж прямо на дерево. Думал, все, хана порвется, но нет, спокойненько ее снял, даже не осталось дырочки никакой. И птица, естественно, таких мотыляний оски, естественно, улетела. Я не знаю, что там засняла камера. Минут 5 назад прилетела птица и спускалась сюда вниз. Но поскольку сегодня ветер, как вы видите, да, и ветер конкретный, блин. Насколько он пузом бывает. Друганище просто охрененное. Птица хрен знает, почему она улетела. Дальше еще прилетело пару репелков. Вот они спустились на пересадку, которую я положил, там кусок дерева отпилено. Пытались там крутиться возле спусковой клетки, где находился мой репелок. Но на дерево слетать не хотели в упор. Крутились, крутились, но не слетали на дерево. Думал, сейчас летят на дерево и попадутся, но нет, не решились. На фоне дерева, кстати, оски не было видно вообще. И вот тут один сверху прям четко вниз.
и попался. Чему мы, в принципе, более чем рады. Остальных я решил зайти с другой стороны, попытаться чуть-чуть подогнать. Но они улетели. Ну да ладно, это не была цель. Поймать их. Цель проверить, как работает. Попался репелок. И попался сверху вовнутрь, с той стороны. Да, вот. Это там вот так, я тебе нажал вниз. Вот такой, вот такой, пах. Сверху вниз, вот оно. Да, репелочек, ребят. Ну, все репелки были. Все репелки были. Репелочек. Короче, ой. Это же падает вся конструкция. Я думаю, вы сами видели все. Ветер сегодня просто капец. Вот. Сетка работает отлично. Базара ноль. Первый рэпл, который ударился в сетку, он же и поймался сразу же безразморочно. Но, блин, нереально, ребят. Погода сегодня нереально. Порывы ветра такие ужасные. Короче, вышли мы сегодня в 11. Собираемся в 2. Стояли совсем чуть-чуть. На этом всем пока. Ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал.